Дорогие друзья, я вас категорически приветствую на канале Одесской кухни. Привет большой из солнечной Одессы. Сегодня приготовим хрустящие тарталетки из лаваша. Вот как часто бывает, есть какой-то дома салатик, вкусный крем или какая-то еще холодная закуска, и все, что не хватает, это тарталетки или корзиночки. А возиться с тестом, ну и как не хочется. Вот здесь на помощь нам придет этот шикарный рецепт. Все, что нужно сделать, это купить тонкий лаваш, а также спартанский перечень ингредиентов. И чтобы тарталетки из лаваша получились действительно очень вкусные и хрустящие, слушаем первый одесский анекдот. Молодая парочка прогуливается по Одессе и проходит мимо ресторана. Сара говорит Абраму: «Ой, как вкусно пахнет! Тебе понравилось? Очень! А хочешь еще раз пройдем?» Первое, с чего мы начнем готовить тарталетки. Сделаем заправку из куриного яйца и 2 столовых ложек кипяченой воды комнатной температуры. Вбиваем яйцо, проверяем на свежесть. Смешиваем желток с белком. 1 щепотка соли, 1 щепотка сахара. 30 секунд все смешиваем. Все, заправка у нас готова. Теперь занимаемся лавашом. Пока все начнется, сразу включаем духовку и разогреваем минут 10 до температуры 180 градусов. Мы все будем выпекать в формах для кексов. Соответственно, нам нужно будет вырезать будущие тарталетки соответствующего размера. Я предлагаю, берем тонкий лаваш, я предлагаю их разрезать 10 на 10 сантиметров. Нам нужно будет подровнять. Так, лаваш у нас будет 30 на 50 сантиметров. Я предлагаю нарезать квадратики 10 на 10 сантиметров. Вот сколько получится, все наше. То есть будем сейчас заниматься самой настоящей художественной самодеятельностью. У нас получилось ровно 16 квадратиков. Что мы дальше будем делать? А дальше все действия будут очень простые. Берем один квадратик, смазываем его обильно яичной смесью и накрываем его вторым, примерно крест-накрест. После этого выкладываем лаваш в форму для кексов. А вот это наши будущие тарталетки. Как вам такое, друзья? Сам, когда первый раз увидел, был очень удивлен. Таким простым решением, такой несложной проблемы. Итак, еще раз. Один квадратик покрываем кляром, яичной смесью. Вторым перекрываем крест-накрест, форму для кекса. Таким образом, 16 квадратиков у нас получится ровно 8 тарталеток. А духовка в это время продолжает разогреваться. Либо более простой вариант. Макаем в яйцо. Крест-накрест. И выкладываем. А тарталетки из лаваша, ой, скоро будут хрустящие. Слушаем еще один одесский анекдот. Одесская мудрость одной фразы. Как говорит Изольда Марковна, мужчина без денег — это подруга. Вот таких 8 тарталеток у нас получилось. Эти они промокли немножко яичной смесью, хорошо держат форму. Все, что осталось сделать, это включить в работу духовку. Вот к ней-то, родимо, мы сейчас и пойдем. Режим работы духовки 180 градусов. Засекаем 10 минут. Закладываем наши тарталетки. Что нам нужно с ними сделать? Они должны стать хрустящими, сухими и немножко зазолотиться. Обычно на это уходит от 10 до 13 минут, в зависимости от духовки. До встречи в финале, друзья! Что может быть лучше? Что может быть лучше спящего кота, только когда котик улыбается после только что принятого на грудь обеда, а? Ванную принимаем, да, Серго? С
Слюную ванную принимаем. Ах ты наш красавец, Боже. Ну, греческий бог котов. Не-не-не, Серго, ну не туда. Не туда пошло, не туда ванна зашла. Он наелся, он уже ни на что не реагирует. Ну что, дорогие друзья, найдите два отличия. До духовки и после. О, слышите? Как хрустит. Какие хрустящие получились тарталетки. Вот они имеют даже устойчивую поверхность. Мы их хорошо пальчиками продавили перед выпечкой. И теперь все, что осталось сделать, выложить на холодную закуску и ни в чем себе не отказывать. Дорогие друзья, когда вы отведаете этот фокус по приготовлению быстрых тарталеток из лаваша, обязательно поделитесь им с лучшими друзьями, знакомыми, родственниками. Сделайте репост на самые кулинарные просторы интернета. Пишите вкусные комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы новые шедевры вы всегда получали по первоочередному признаку. Подписывайтесь на канал «Одесской кухни», берегите себя и свою семью. Приятного аппетита! Пока!